Так. Что у нас здесь есть? У нас здесь копна. Готом. Ну, фак. Ладно. А. Черт, я не того мага взял. For the High Father. Get them. Что у него есть? Ничего. У меня же это построено. Окей. Окей. А чё он меня так ненавидит? Так, да? Значит, любовь прошла. Ой. Ну и все, поперли. Хорошо. Yeah.
Но он сам захотел воевать. Это будет сложнее. Руины не исследованы. Застывший экран. То есть она летает, но не... Какая логика? Железная логика. Два. Хоп, номер два. Ой, блядь. 59. И практически смерть. Да как? Уёбки, господа. Два раза не попасть, два раза. Я ненавижу эту игру. Такой тактон, такой тактон. Тактическую игру. А так, такую тактику вы делаете, там, выдумываю прямо. Высиживаю, знаешь, как яйцо. Может быть, не его, блядь. Еще раз напоминаю, на 10% меньше. Я понимаю, что немного, но, сука. Сука, ты ебать. Пожалуйста, вот так попади. Еще вот этот, да? Был меня чем прокачивать. Метатель топоров. Охуеть. Все. Окей. For the High Father. Надо сюда, интересно, дает мне тратить деньги. Mm-hmm.
чертовой силы, чувак. Это вся твоя сила. Ну, бло. Смогу все равно. Окей. I'm listening. Ой, я забыл кого-то там убить. Ну ладно. Будет тяжело. Ну, ёпта. Ау. Ти. Мэтфакер. Проблема есть. Как там его уже? Угу. Нормально. А я ж не могу там с 500 точно. I'm listening. I'm listening. Ой-ё. Что-то мне подсказывает, что её надо было вынести. Mm-hmm.
Изи. Ага, и там тоже схватка. Нет, там схватка. Да, ёп. Father. I'm listening. My liege. For the High Father. Что у нее есть? Угу. Тамар. Мы с Тамарой ходим. For the High Father. Ну, 150 я захватил. Захватил. I'm listening. I'm listening. Смотрите, сколько у них земли, а у меня сколько. Не, сосни. Ладно. Можешь не сосать. Можешь просто умереть. Тварь. Вернем. Витя. For the High Father. Нет, не сражать с кем? Ты дура. Ты дура. So be it. Тамара умерла. I'm listening. Нормально. My liege. For
the High Father. Надо потихоньку съебывать. My liege. For the High Father. Что у нас по деньгам? Можно дать ей вот это. И пусть она его продаст. Потом. I'm listening. Вау. Топыч. А его-то я как до него доберусь? М? Пожалуйста, 69. Какой промах. Спасибо. Все. Старейшину первым сходить. Не работает. Он меня снимает 80 хп. 85 уровне, да, блядь. Охуительно продумано все. Какой у меня уровень? 65 уровень, нормально, нормально. Какой у них уровень? Ugh!
Хорошие промахи работали. Сколько у него инсайд? 40? 70? А у меня ловкость какая. Что влияет на то? Шанс на успех? Я не знаю. Урон, оружие, инициатива может? Я не знаю. Он же должен быть ловчее, чем вот этот старый пердун, блядь. Чем я зелье держу, если они не работают? Всё, он мёртв. Он мёртв. Again. Потому что нет промаха. Нет промаха, когда нужно. Понимаете? Когда нужно. Конечно же. Конечно же, не убивает. Один из-за чего мне приходится просирать. Давайте. Промо, давай еще раз. Ну ладно. My liege. Get them. Да почему? Пожалуйста, убей его. I'm listening. Возможно. Возможно. Хотя. Что мне дает инициатива? Понять не могу. Что мне дает инициатива? Если инициатива дает больше уклонений, то ладно. Я же там не объясняю, что дает инициативу. Что дает инициативу? Инициатива 10. Что она дает? Ходьбу, может, первым. Ну и что дает мне то, что я могу? Полетели точно. Так инициатива не маленькая. Хожу первым, но зачем она мне еще? Или она дает мне вернуться, или что она мне дает?
Yes, my lord. Мэ. Дивид, вот это нужно иметь. Все. Смешно. Очень смешно, блядь. Очень, сука, смешно. Что? Нам нужны игры? Нет, нам нужен рандом, блядь. Вы можете взять только одного подчиненного из предыдущей миссии, которую прокачали. А зачем тогда вы делаете других сложнее? Если эти все равно не могут, новички ничего не могут без, сука, нормального. Что за еб... Хуйня, блядь. Я не знаю. Оп, еще один кидает. Промах. Очень интересная игра. Очень интересная игра. Нет, я не знаю, меня попросили поиграю, я окей, но чё... Как-то меня не прёт так играть, знаете. Это типа не играет. Я просто играю с цифрами, это, конечно, спасибо, но... Но не камильфо. At your service. Если бы я хотел играть в JRPG, я бы играл в JRPG, наверное. Yes, my lord. А можешь умереть на этом. Listening. Get them.
Окей. Это было немало. Пошли десятки уже сохранений. Все как должно быть. Вот и все. А вот это нехорошо. Ну, пусть сюда и летит. I'm listening. For the High Father. Это так потрясающе смотреть. Очень нравится, очень... Напряжение меня держит. Еб твой нахуй. Ладно. For the High Father. Ну, ко мне демоны не идут. Что я должен против них делать? Дети плакать. Your service. Почему по точечкам? Почему флаги? Сколько флаг означает? Я не понимаю. Движение 20. Что 20? Флажков 5. По 5 или нет?
5 на 5, 25. Yes, my lord. Сколько флажок значит? Что? Объясните. Сори за мат. Эта игра меня бесит. Будет. Вот это ничего себе. Неожиданно, да? Какая тактика? Здесь нет ни блока, ни выбора разных атак. Да даже Neverwinter более тактичен, блять. Neverwinter Nights. Здесь нет ни использования магии, ни использования зелья. Ни там... Если вот это рыцарь, чем он отличается от вот этого или вот этого? Ничем, кроме как урона и ХП. Все. Он танк. Привлекает противников? Почему бы и нет? Нет. Ёптит. Они еще восстанавливаются. Новый город? Сложно. Можно, хотя туда можно варана. 72. И промах. О. Давай умираем. Ну, то есть я город же не захвачу без Химдо Грифсворд. Ты можешь свалить из города? Сколько у меня денег? 390. Все равно 1000. Чего? Там паук должен быть, да, и по названию. Как он раздражает. Я бы его уже, блин, на 10 хп бы уменьшил. You serious? Попади. И какая тебе сила, на тебе сила. Ну и чё, где твоя сила, а? А? Даже ГРС был более тактически. Кто там у нас прокачался? Я могу построить это здание, да, если бы мне позволяли, но... Я выбрал иной ветку, так скажем.
Так что... Говно вопрос. Посмотрим, кто там. Тук-тук. Кто дома? Кто дома? Так, надо... А, давайте. А. Паучок. Реально паучок. Сколько? Какой-то охеренно огромный урон. Еще и промах. Ну. Как бы ему надо качаться. Вот это в этом и цель. I'm listening. My liege. Архимаг пускай. А. Посидишь пока. Ты что-нибудь есть для него? Байонидис первый бой, так и маги земли. Весьма, ну, не очень нужен посох защиты. Так что может... Или не может пока. My liege. Видите, гномы. А, ёптати. Он сам на меня нападает. I'm listening. У меня нет денег нанять ему кого-нибудь еще. I'm listening. Откуда у него столько денег? Объясните мне. Чувак, герой, может ты пойдешь как бы и защищешь свой родной дом, а? Что там такое за... Или мне надо? Куда мне надо? Город Фааса. Фааса. Что это, мать твою? Что если, например, сейчас пойти? My liege. I'm listening. I'm listening. Нахуй иди, вот, слышь. Что там за магия, кстати, есть? Мана ада. Мана ада. Ну, конечно, надо промахиваться же, ну. Промах...
Все. Еще ход ждем. Чего уж. Ну, нельзя же простаивать, ну чё? Пойдём уничтожим хоть. Этих убивайся спокойной душой. Пожалуйста, попади хоть два раза. Два раза максимум. Я бы, конечно, хотел, чтобы она промахнулась по тебе, и ты третий раз попал. Но это невозможно, это игра, потому что говно. А мне надо рысь починить. Только на какие шиши, ёпта. Сила. Да. Подольше, конечно. Опа. Давайте попытаемся. Не знаю, что это даст. Словом, вообще. I'm listening. А, точно, продавать-то, точно. Малой. Mm-hmm.
строить как-то. Кейт, при следующей битве ты сможешь. Что это за камень? Что делать? Вон, видите, они уже поставили. Пиздец. Пожалуйста, промахнись. Ну. Вот как-то. Два медведя. Две проблемы. Что какая-то ненужная инициатива пока что. Дина, я вам прокачался. My lord. My lord. Не, он сам захотел сражаться. Я же там хочу. My services are required. Давай и все. Еще раз будем. Давай. Можно попробовать переждать, а еще вызвать одного голема и потом пойти самим. For the High Father.
Щупаем. Щупаем. Еще промахнитесь, пожалуйста. Правильно. Сейчас попробуем самолично заштурмить. Да как так-то? Пойди. Иди. Умирай. Вообще что? Умирай давай. Это нормально. Еще раз. Вот такой. Никакой силы вам. Инициатива просто дает быстрее ходить. Первым ходить. Ну, не знаю, как это, ну, 20%. Ну, не знаю, я и так ходил довольно-таки первым. Особенно за него. Людовик, капитан гном. Вам никогда не захватить Вассу. Я защищаю сам великий гном-герой Гримсель, который укращал могучесть драконов. Когда вы еще лежали в колыбели. Ну, иди ты нахуй, свой колыбели, понял? Как мне это снять? А, вижу. My lord? Что-то меня немножко пугает повелитель огня.